Гандвик – место уникальное, расположенное в Кандалакшском районе на побережье Белого моря. К слову, туда на отдых могут отправиться и ребята, которым в день рождения Мурманской области вручили первые в их жизни паспорта. Церемонию принято делать запоминающейся, в этот раз она состоялась в стенах Центра управления регионом. Это большое событие. В России каждый год тысячи детей получают свой первый, самый важный документ, подтверждающий, что они хоть и несовершеннолетние, но полноправные члены общества. В Мурманске для ребят организовали торжественное вручение с песнями, стихами и викторинами. Самым важным, ну, может, не самым, но очень важным днем в жизни человека является все-таки получение паспорта. Это очень важный документ. Я чувствую, что мне очень понравилось это мероприятие. Теперь я гражданин Российской Федерации официально. Ой, остались только положительные эмоции. Такие праздники стали уже традицией. На церемонии подростки принесли торжественное обещание быть достойными гражданами. А паспорта ребятам вручила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Сегодня, несомненно, важный день в жизни ребят, которым исполняется 14 лет. Это ребята с города Мурманска. У нас традиция уже ежемесячно в каждом муниципалитете происходит торжественное вручение паспортов. Также с отступлением в статус полноправных граждан страны подростков поздравил начальник регионального УМВД Алексей Веселовский. Желаю вам всем искренне, всегда при любых обстоятельствах оставаться патриотами своей Родины, делать все для развития нашего государства, для развития его могущества. Ну а вам самое главное успехов, удач, творческих, иных достижений и побед на вашем жизненном пути. Ребятам также вручили памятные подарки и Конституцию России.